Внимание! Данной целью рубрики «Оценка смешных ошибок Windows» является не унизить автора видео, а показать все его ошибки, которые он учел во время монтажа его ролика. Надеюсь, у вас в этом видео будет высокая оценка. Приятного аппетита! Привет! Это видео выйдет в один день с самими смешными ошибками, а из-за того, что их оценка для меня еще больше геморрой, чем их производство. В общем, немедли ролик начни. Первый ролик называется «Очень смешные ошибки Windows». Посмотрим, правда ли? Почему у него на рабочем столе стоит порнуха с лошадьми? Ты чё, дегенерат? Ладно, если ошибка смешная, то продолжим. Алексей Коньсха. А вот теперь все ясно. Второго бота в студию. Это просто ужас. Порно на фоне, неправильный шрифт. Да я еще и узнал, что ошибки все вообще не смешные. Но так как это отдаленно похоже на смешные ошибки, то поставлю не 0, а 1 из 10. Название второго видео я не помню. Извините. Го смотреть. Всем привет. С вами я, Иригим, и сегодня это смешные ошибки Windows 2 серии. Ну что ж, погнали. Привет. Добро пожаловать на Windows XP. В нем вы можете делать что угодно. Удачи вам. Спасибо, XP-шка. Здесь пока уже намного лучше. Все еще отсутствует заголовок, но все равно неплохо. Что будет дальше? В ПК появился устройство по имени iPhone 12. Чё тут iPhone 12 здесь делает? Но лучше удалю его. Вот блин, Windows XP нечаянно обоссался из-за того, что он испугался сама себя. И сейчас будет синий экран. Опять синий экран. Здесь разве что мелкие недочеты есть. Но на пилотку сгодится. А так супер, 9 из 10. Смешные ошибки Windows 1 сезон 2 серия. Это название третьего ролика, причем, иронично, что от Винтока. Приступим. Совет дня, курите правильно сигарету, чтобы не задохнуться, окей, я так сделаю, вот это да. Я не задохнулся, кажется, совет дня помог, спасибо, совет дня. Все по канонам ужасных ошибок. Неправильный шрифт, неправильно оформленная ошибка, а еще и отсутствие надписи у кнопки. Если так еще раз будет, то переходим к оценке. Система Windows XP теперь строго прекращена. Отправляем. Это не дерьмо. Это дерьмище какое-то. Минус 2 из 10. А мои глаза. Ой, кажись, моей Даше совсем стало плохо. Надо найти какое-нибудь хорошее видео, чтобы ее успокоить. О, нашел одно. Скобочки 3 серия смешные ошибки Windows, Windows XP, Windows 95. Может, поможет. Всем привет.
болельщики Спартака решили нападать на тебя потому, что ты болельщик ЦСКА. Шатава, не надо, прошу, Ахахахахахазазазазазаз. Если бы вы знали, как это смешно иногда бывает. Хотя, если бы я сказал, что я болельщик Краснодара, то меня бы уже давно не было. Стоп. Я только что сказал, что я фан Быков. Вирус Хинаталох. Экс заразил ваш компьютер, и сейчас будет выдан псот. Опять, только не это. Чтобы удалить папку System32, нужно сперва удалить папку System32, потом удалить папку System32 и завершить процесс CSRSS. Эксы. Вы что, совсем охренели? Alt плюс в 4 на помощь. Думаю, здесь пора к оценке переходить. Несмотря на Grandmaster, неправильный шрифт и мелкие недочеты, видео все равно получилось хорошим. Поэтому я могу с радостью поставить 7 из 10. Ну что, дождались. Пятое и последнее видео. Смешные ошибки Windows 1 сезон 2 серия. Если меня смотрят подписчики Стикманса, то пожалуйста, не бейте меня. Добро пожаловать! Вы действительно считаете, что кусок бумаги, на котором изображен рабочий стол, а еще бумажные ошибки, и писклявый голосок — это смешные ошибки Windows? Ахахоешки, хоха, как говорится. Тут ничего, кроме как минус 9999 из 10, я поставить не могу. Ну вот и все. Видео закончилось. Надеюсь, было ворно. Да, так, что того стоило. А с вами был Стик Ботман.